Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня мне хочется сказать особые слова и, провожая уходящий год, сердечно поблагодарить и пообещать, что теперь я буду добрым и честным. Внесу изменения в жизнь человека, чтобы он не старел и жил 17 веков. Всем людям раздам оружие, чтобы они отстреливались от полицейских. Полицию одену в костюм Аквамена и научу летать и делать массаж ног. Раньше не все удавалось сделать, но теперь, когда я навсегда на 6 лет стану президентом, я раздам всем большой запас туалетной бумаги, сокращу количество машин и привезу большой грузовик Лего, чтобы люди могли бесплатно построить себе дома. Ведь Лего не тонет, и конец света нам не страшен. В новом году мы все будем получать по 500 тысяч рублей, а те, кто будет получать больше, мы будем обижать. Работать мы станем 3 часа в день, а отдыхать мы будем летать на Луну. Я издам закон, чтобы один год был теплым, а другой не сильно холодным. Столица России будет находиться в Голливуде и на Венере. Все, что показывают по телевизору, будет по-настоящему. И я всегда буду защищать слабых на своем скоростном летающем мотоцикле. Просто позвоните мне или маме и позовите на помощь. Друзья, через несколько мгновений наступит Новый год. И я хочу пожелать, чтобы вы всегда могли целоваться. И чтобы мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и вообще все-все-все, и я жили счастливо. И чтобы можно было бы всегда отдыхать, с кем хочется и когда хочется. И чтобы можно было бы спать у бабушки до 12. Счастья вам и с Новым годом!